Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. А перед началом ролика хочу поздравить канал Богдан Летсплей. Он снимает видосики по Маджингу на первом серии, также снимает МТА и другие игры. Всем советую, ссылочку на его канал я оставлю в описании. Подписывайтесь, давайте поможем ему набрать 700 подписчиков. И всем приятного просмотра. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на серии Родина Ролиплей. Итак, чуваки, я поднял бабла. Казики немножко, совсем немножко, блин. И чё, я никак не смогу уехать? Вообще замечательно просто. Я был в банке, отдавал подписчику миллион, какой выиграл он в конкурсе. Я ему дал, и какой-то, блядь, долбоёб взорвал бомбу в банке, понимаете? Вообще просто замечательно. Давайте добежим до аренды машин и поедем в казино поиграем. У меня 6 миллионов, в принципе, у меня ещё остался миллион, но этот миллион нужно дать подписчику. Я всем отдал, кроме одного еще. Вот, 1 миллион остался. Это миллион надо подписчику дать. Сейчас надо забежать в банк, еще посвечу там по бизнесу моему и оплатить дом. Так, вот я зашел в банк. Давайте. Так, оплатить налоги на дом. 7000. Оплатить налоги на бизнес. Хера себе налоги на бизнес, блядь. Что там вообще без инфо? Ну, без инфо. Банк бизнеса 139 тысяч, пацаны. У 137 тысяч даже. Ни хрена себе так. 137 тысяч. Не, давайте 130 тысяч снимем. 130 тысяч. Так, что я. Во. Все, заебись, так. Дополнительно. Статистика за неделю. Не, ну финка более-менее нормальная, пацаны. 89, 50 тысяч. Нормально вроде бы как. Меня устраивает все, в принципе. Буду я трубку брать. Я занят. Серию снимаю, поэтому. Погнали, зепар возьмем, блин. Там один зепар остался. А, не, вон еще один стоит. Все, погнали, зепар возьмем и в казино. Думаю, лучше москвича взять. Он побыстрее, наверное, будет. Хотя хрен знает, ну ладно. Блин, этот транспорт уже арендуется. Прикольно. Че я могу сказать? Прикольно. Походу, кому-то придется пешком сегодня идти, блядь. Ой, господи. Неужели? Ёб твой налево. Нихера себе. Неужели один не был занят? Ладно, поехали, короче, в казино, пацаны. И будем играть. Кстати, мне вообще нравится очень этот Запорожец. Я именно ушастик, видите, такие фары какие. Не как у Жигули такие квадратные, а именно ушастик, вот как этот. Этот пострее будет, но, блин, он мне очень нравится такой. Я все в жизни такой бы взял, реально. Вообще по кайфу просто. Блин, жалко, он толком не валит, но доедем все равно до казино на нем, я думаю. Потому что другого выхода нету. И попробуем поднять бабок. Блин, только же так жестко всадился в поворот, в этот отбойник. Ну, что-то за про вообще похер. Ладно. Турец, смотри, как он боком валит. Ёб твою, вот это, блин, дрифт-корч. Я не ожидал, что сейчас так боком пойдет. Блин, нормально, он еще бочком так валит, пацаны. Так, все, мы приехали. На зепаре чистый, блядь. Почему бы нет, ёпта. Бля, я все, блядь, может продать скоро, купить зепара, ебать. И затюнить его полностью, было бы прикольно. Ну ладно, посмотрим еще, посмотрим. Так, а в картишке кто-то играет, пацаны? В картишке. Во-во-во, чуваки там на лям играют, так. Так, купить фишки, 5000 фишек. И купим еще один раз 5000 фишек. Так, все. Можно идти сюда, короче. Так, давай, пацанчик, сыграем с тобой на миллион. Надо затащить, пацаны, по-любому. Надо затащить. Другого выхода нету. Так. Хотя бы лям надо поднять, потому что, блин... Потому что, блядь. Потому что... Так, что там пика, 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 черное сердечко, да? Хорошо, 10. Забирает, окей. Валет. Туз. Бита. Вот, черное сердечко, то есть это козырь. Так, ну, допустим, вот так вот. И вот так вот. Что на это скажешь? Окей.
Так, 9. Надеюсь, мы выиграем, блин. Бита. Давай, ходи. 10. 10. Король. Король. 8. Все, окей. Так, 6. 9. 9. Давай, туз. Не, не туз. Ладно. Бля, ну какие-то нехуёвые карты на самом деле. Давайте король, допустим. Вот сучка ёбаная. Так, ну возьмем, ладно, возьмем. 10. 10. Дам же ж не было, по идее. Король. Неужели я проиграю? Так, отбой. 6. 6. Давай. Давай, туз. Давай, на, туз. Есть. 8-8. Так. Валет. Туз. Окей. Так, надеюсь, мы выйдем отсюда. Живые. Так, тузы. Допустим, 9 и 10. Есть. 7. Дама. Забрал. Есть, сука, завинил, блять, да. Просто, пацаны, завинил. Все. Красавчик я, все. Выиграл лям, короче. Можно забирать эти наши денежки. Просто выиграл лям, пацаны. Все, 7 миллионов. 7,5 миллионов, пацаны. Все, просто завинил. Можно, в принципе, уходить отсюда. Фух. Все-таки не разучился в картишечке играть. Ну ладно, думаю, на это будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте там лайки, подписывайтесь на канал, кто не подписан. И всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night.